Добрый вечер. Пришло время обсудить очередное домашнее задание. Наш сегодняшний урок посвящен формам глагола «дидоми» в изъявительном наклонении. Надеюсь, вы смотрите это видео после того, как самостоятельно выполнили домашнее задание, и теперь у вас есть просто желание проверить самого себя, ну и получить еще одну возможность поразмышлять об особенностях греческого языка. Итак, давайте приступим с первого предложения. Ходе апокритеис эйпен аутоис. Хоти хюмин денотай гнонай та мистерия тес басилеес ту уранон экейнос де у денотай. А в данном предложении у нас глагол а дидоми вот такую форму имеет денотай. А видите, есть удвоение с добавлением «де». Я напоминаю, что глагол дидоми корень «до». А в настоящем времени происходит удвоение с добавлением «йоты». А в перфекте, как и у других глаголов, происходит удвоение с добавлением «эпсилон». Так что у нас здесь форма перфекта глагола дидоми. Окончание «тай» показывает, что у нас средний или страдательный залог, ну, в данном контексте страдательный, гораздо более уместный. Два раза встречается глагол. Ну, и теперь давайте разбираться, как это перевести. Во-первых, здесь у нас есть причастие апокритейс, ответив, или ответивший. А почему мы говорим или? В принципе, вот здесь вначале есть артикль, и если артикль относится к причастию, то формально можно перевести так. Ответивший же сказал им. Однако артикль вместе с частицей «де» может также играть роль и личного местоимения. Несколько раз мы с таким употреблением артикля сталкивались. Ну и учитывая, что «ответив» сказал, это такое очень часто встречающееся устойчивое выражение в библейском греческом языке, скорее мы можем предположить, что артикль играет роль местоимения, мы переводим «он же», ответив, сказал им. Потому что вам дано. Ну, перфект страдательного залога, дано, и вы вот обладаете этим, вам дано. Гнонай – это аористный инфинитив от глагола геноску. Мы должны уже помнить сейчас, что у глагола геноску корень гном. Ну и у глагола геноску одна особенность, в чем-то роднящая его с глаголами нами. У него не используются всевозможные соединительные гласные, и все присоединяется прямо к корню. Вторая особенность, тоже роднящая его с глаголами нами, это суффикс инфинитивный «най». У большинства других глаголов в инфинитиве другие суффиксы, а вот здесь суффикс «най» мы вообще-то еще не изучали формы инфинитива от глагола «дидоми», это будет на следующем уроке, но там вы увидите, что у него тоже используется суффикс «най». Ну, еще если уж говорить совсем про родство, то в настоящем времени там тоже было удвоение с йотой, и когда-то была форма гигноску. Так что вот этот глагол недалеко ушел от глаголов на ми, хотя он использует обычное окончание в личных формах. Ну, мы так чуть-чуть отвлеклись. Итак, вам дано знать, там история тайны, царство небес, небесного, а тем же не дано. Итак, он же, ответив, сказал им, потому что вам дано знать тайны Царства Небесного, тем же не дано. Второе предложение. Тен дунамин кай экзусиен аутон то терио дуносин. Дидоасин, прошу прощения, что я говорю. Итак, у нас глагол дидоасин. В настоящее время, видите, удвоение типичное для настоящего времени с йотой,
окончание «асин» – это третье лицо, множественное число. Они дают. Ну и теперь силу и власть свою зверю они дают. Ну, можно было перевести их, но принадлежность подлежащего, родительный падеж вместо имени обычно выражает принадлежность, принадлежность подлежащему в русском языке выражается словом «свой». Так что силу и власть свою зверю они дают. Третье предложение, оно у нас довольно длинное, мы уже сталкивались с этим предложением или какими-то элементами этого предложения, но вот еще раз, и как видите, при каждом новом столкновении, иногда в учебнике повторяются, предложение все меньше и меньше вам слов нужно давать, все больше и больше вы способны сами прочитать. Помимо слова «алитенон» – «истинный», все остальные слова и все остальные конструкции теперь в таком довольно большом фрагменте текста вы вполне способны узнать. Ну и давайте по порядку. Хойпатерас хемон, то манна эфагон энте эремо катус эстен геграменон артон экту урану эдукен аутоис фагейн. Пока остановимся здесь. А у нас здесь есть глагол «эдокен». Видите, корень «до». «Э» – превращение типично для ориста. «К» – суффикс. Почему такой суффикс? Потому напоминаю, у глаголов на «ми» часто в аористе используется суффикс «ка», ну или в третьем единственном «ке», так называемый «капа-орист». Так что это орист от глагола «давать». Отцы наши манну ели в пустыне. Эфагон – это аорист от глагола «эстио», а у него в аористе корень «фаг». И мы перевели «ели», ну, можно перевести с «ели», но мы как-то обсуждали, что какое-то неверное тогда впечатление текста получается. Отцы наши манну ели в пустыне. А как написано? Почему я не совсем дословно перевел, если дословно переводить, как есть написанное. Но напоминаю, в главе, посвященной причастиям, по-моему, перфектному причастию, говорилось, что в греческом языке иногда вместо личных глаголов используется конструкция глагол «эйми» плюс причастие. А в данном случае вот перфектное причастие и глагол «ми» в настоящем времени фактически это эквивалентно просто перфекту от данного глагола. То есть, если бы здесь стоял перфект глагола «графо», смысл был бы тот же самый. Поэтому не надо выстраивать вот такие вот, вроде как, кажется, вот буквальные, хорошие переводы, на самом деле, и странно звучащие, не очень точные, как есть написанное, нет, переводим, как будто бы здесь у нас прямо стоит глагол. Как написано? Хлеб с неба он дал им есть. А это мы обсудили. Фагейн – это инфинитив от глагола «эстио» орисный. Мы уже с вами корень вот «фак» обсудили. Теперь после окончания «эйн». Вторая часть предложения. «Эйпен ун аутоис хо Иисус, амен амен лего хюмин, ук муусес дедокен хюмин тон артон экту урану, алхопатер му дидосин хюмин тон артон экту урану тон латинон». У нас из изучаемых глаголов глагол «дедокен». Форму уже более-менее знакомую мы встречались. Это перфект от дидами. Видите, перфектное удвоение с добавлением эпсилон, корень до, ну и суффикс к. Он, к-суффикс у него встречается и в аористе, и в перфекте. А, дедокен дал. И еще есть форма настоящего времени от глагола дидами ди, от удвоения с йотой до, и окончание син, будьте внимательны, не перепутайте. Син – это окончание третьего лица единственного числа.
окончание третьего множественного не син, а асин. Видите? Дидо асин. Вот как выглядит третье множественное. Ну и теперь переводим. Итак, сказал им Иисус: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба. Здесь мы чуть-чуть остановимся. Немного необычное употребление перфекта мы здесь видим. Смотрите. Речь идет о манне, которую ели вот там в пустыне, и которую вспоминают теперь, спустя много веков, израильтяне, живущие во времена Иисуса. А Иисус, говоря о Моисее, и о там вот хлебе с неба, манне с неба, которая дана была во времена Моисея, вдруг использует перфект в отношении давным-давно прошедших событий. Ни того поколения нет, ни той манны нет, а все равно использован перфект. Но помните значимость перфекта. Перфект – это какое-то действие, и у которого есть некие последствия на момент речи. Здесь последствия очень специфичные. Последствия в виде вот такого умонастроения и мировоззрения людей, говорящих с Иисусом. Тем не менее, вот эта вот актуальность тех далеких событий для современной ситуации послужила достаточной причиной, чтобы в тексте можно было использовать перфект. Поэтому даже вот актуальность, применимость зачастую тоже может быть... может приводить к тому, что в тексте вы увидите перфекты. Хотя, это, конечно, такой очень редкий вариант употребления данного времени. Итак, ну дальше. Но отец мой, Аллаха Батарму, Дидосин, дает вам в настоящее время, сейчас процесс или всегда даже, в принципе вообще, всегда отец дает вам хлеб с неба истины. Ну и в целом, отцы наши манну ели в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть, поэтому сказал им Иисус: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, но Отец мой дает вам хлеб с неба истинный. Четвертое. Кай эйпан ауто хо диаболос. Сой досотен экзусиен таутен хапасан кайтен докса аутон, хоти эмой парадедо тай кай хо иан тело дидами аутен. Видите, как много глаголов дидами в одном предложении. Давайте сначала форму опять-таки посмотрим. Досо. Корень до, сигма, образующее времени и окончание. Это будущее время от глагола «дидами». И теперь не «дидами», но «от», производное от него, «пара», «дедотай». Видите, «дедотай». Мы с вами уже с этой формой встречались. Это перфект страдательного залога от «дидами». Ну, здесь приставкой «пара», парадидами, значит, передавать, передавать. И дидами – это, вот, собственно, первое лицо, единственное число настоящего времени. И сказал ему дьявол: тебе я дам власть эту всю и славу их, потому что мне передано, и кому хочу, даю ее. Вот это вот я перевел кому. Опять-таки напоминаю, не надо это переводить которому, если хочу. Относительное местоимение плюс ян, так же как относительное местоимение плюс ан, имеет значение там кто, кто бы ни. В данном случае вот в дательном падеже, поэтому кому, кому бы не. Кому хочу, даю ее. Вам в сноске в рабочей тетради
советует обратить внимание на необычность порядка слов в данном предложении. Ну, в русском языке гибкий порядок слов, и мы, когда даже пословно переводим, у нас по-русски нормально получается, может быть, это не так сильно нам бросается в глаза, но все-таки, смотрите, «тебе дам». Вот это «сой», «тебе» вынесено на первое место, и это делает такой особый акцент на этом слове. Да, вот-вот, дьявол как-то так подчеркнут. Помните, его же задача искусить, его задача соблазнить. Вот-вот, для тебя предложение. Тебе дам. Вот это все. Следующее предложение, пятое. «Хономос диа мусеус эдоте хехарис кайхелете диа Иису Христу эгенто». «Де до те». Видите, корень «до», «э» превращение, «до» корень, и «те» суффикс, показывающий, что мы имеем дело с аористом страдательного залога. Итак, закон через Моисея был дан. Страдательный залог, да, вот действие направлено на закон, действие давать. Поэтому закон через Моисея был дан. Благодать и истина через Иисуса Христа эгенето появилась. Здесь просто глагол геномай в аористе. Видите, корень ген. Постарайтесь запомнить это. Вот геномай, ген. Ну вот, вот. Да, у геномай, да, тоже йота появилась, потому что когда-то было удвоение, и корень ген в настоящем времени превращался в ген, а потом там выпадало, и вот получилось геномай, но эгенетом. Что здесь еще интересно, обратите внимание, здесь единственное число. Благодать и истина через Иисуса Христа хочется перевести «появились». Ну, все-таки составное подлежащее, мы бы вроде ожидали множественное число. В греческом языке, когда составным подлежащим, вот типа такого, употребляется глагол в единственном числе, это означает, что на первый элемент падает особое ударение. То есть вот именно появление благодати, ну, к ней в придачу еще истина, вот именно появление благодати, говорящей, ну, Иоанн, пишущий Евангелие, пытается выделить, когда использует здесь единственное число. Ну, противопоставление благодать закон, оно такое достаточно важное для Нового Завета. Шестой. «Хойлойпой эмфобой эгенто кай эдокан доксон то то ту урану». Эдокан. Э превращение, до корень, к суффикс. Аорист от глагола дидами. Остальные. Испуганные стали. Ну, испугались. Ну, здесь словно испуганные стали. И дали славу Богу неба. Ну, Богу небесному. Ну, понятно, что дали славу, это по-русски звучит плохо. А славу в русском языке, ну, сочетаемость русская требует, воздают, поэтому нам как литературно нужно перевести «воздали», а славу Богу Небесному. Седьмое. «Тарамата ха эдукас мой дедука аутойс, кай аутой элабон кай эгносан, алетос, хоти парасу, эксалтон, кай эпистолсан, хоти суме, апестелас». Эдукас. Ну, уже много раз мы обсуждали эту форму. Превращение корень суффикс, аорист. И
Дедукас, опять-таки, удвоение, корень, суффикс, перфект. Слова, которые ты дал мне, я дал им. Здесь интересно, вот здесь аори, здесь перфект. В русском переводе, наверное, трудновато было бы выразить разницу, но аорист акцентирует внимание просто вот на действии, как-то обобщенно, в целом описывая действие. Слово «дал», вот важен факт, это водаяние. А теперь «я дал им», важно, что «дал», и у этого есть последствия. Ну, собственно, последствия описываются дальше, прямо в контексте, и это располагает здесь к использованию перфекта. «И они приняли и познали». Ну, аорист от Ламбано, аорист от Геноско. Истина, что от тебя я пришел. Это от Эксерхомай аорист. Помните, что у Эрхомай в разных временах разные корни. И вот в аористе корень элт. В данном случае еще с приставкой Эксерхомай от тебя и шел. И уверовали, ну, глагол пистео очень правильный, тоже в аористе здесь, превращение, корень, суффикс и так далее, что ты меня послал. Еще один аорист от апустелло, а приставка э, превращение, видите, перед основой, стейл, немного поменявшийся в аористе корень, а стал с двумя лямбдами, ну, здесь стел. А так как лямбда это сонорная согласная, то сигмы здесь нет, и мы видим только альфу от аористного суффикса. А слова, которые ты дал мне, я дал им, и они приняли и познали истину, что от тебя я и шел, и уверовали, что ты меня послал. Ну, су эмфатическая. В тексте она не очень нужна, здесь же в глаголе скрывается это, но ты меня послал. Восьмое. Блепете он пас акуете. Хосангар эхе до тесетай ауто. Кайхо сан мэ эхе. Кайхо докей эхейн. Артесетай ап ауто. До тесетай. До корень. Тес. Суффикс будущего времени страдательного залога. Ну и соответствующее личное окончание. А будущее время страдательного залога для глагола дидеми. Блепете. Может, это второе лицо множественное число. А можно же быть переведено и изъявительным, и повелительным наклонением. Вы помните, что здесь формы совпадают, поэтому можно перевести и так. Вы смотрите, как слушаете, либо и так смотрите, как слушаете. Но дальнейшее обсуждение и общий контекст нас склоняют к тому, что здесь повеление. Оно гораздо более уместное. Так. Итак, смотрите, как слушаете. Ибо кто имеет хос-ан, вот это вот, опять же, устойчивая конструкция, хос-ан и хос-ян, переводится как кто. Или кто бы ни, если контекст требует. Итак, ибо кто имеет, будет дано ему будущее время страдательного залога. И кто не имеет, и то, что подумает иметь, артесетай, будет забрано у него. Это будущее время страдательного заглога от глагола айро. Помните, что у айро корень ар, йота добавляется в настоящем времени. Вообще, обратите внимание, как часто, сколько многих глаголов по-разному, но йота добавляется в настоящее время.
100 глаголов на ми при удвоении там вставляется йота, что во многих других формах тоже появляется йота. Так что вот для айро помните корень ар, и если вы его помните, то и разглядите вот этот суффикс тес и все остальное, вы узнаете форму. Будет забыл над него. Итак, смотрите, как слушаете. Ибо кто имеет, будет дано ему. И кто не имеет, и то, что полагает иметь, будет забрано у него. Девятое. Эй он хюмейс панерой упахонтес ойдете домота агата дидонай тоис текноис хюмон. Посом маун хопатехо экс урану досей пневма хагион, то есть айтусин аутон. В данном случае у нас дидонай. Давайте вам переходить. Ну да, вот я не заметил, что перейдем. На следующем уроке мы будем обсуждать формы инфинитивов от глагола дидами. Ну, хотя даже еще не изучали, вот только немного непривычный суффикс «най» вместо «эйн», оно, ну, вообще встречающийся регулярно в инфинитивах, а так, в принципе, форма вполне-вполне узнаваема, а вот здесь у нас «досей» – будущее время от глагола «дидами». Видите, корень «до», «сигма», ну и соответствующее личное окончание. Итак, если вы злыми будучи хупахонтес, слово, которое ну, в данном случае причастие от глагола хупахо, и помните, хупахо, он может фактически выступать как аналог глагола ими, то есть глагол связка быть. В данном случае причастная форма «будучи». Вот. Я перевел «злыми». Можно перевести, конечно, и сохранив падеж. «Вы злые будучи». Но в греческом языке при глаголах связках ставится два именительных падежа, а в русском языке часто именительные и творительные. Это более естественно звучит. Так что «злыми будучи» знаете. Дары хорошие давать детям вашим. Ну, здесь для связности речи хочется добавить, знаете, как дары хорошие давать детям вашим. Или что-то в этом роде. Ну, даже ничего не добавив, мы, конечно, смысл понимаете, знаете, дары хорошие давать. Но при литературном переводе как-то так вот в скобочках по нему показывает, что мы что-то добавляем, можно, например, как добавить. Насколько больше отец, который в небе, даст Духа Святого просящим его. Айтусин – это причастие от глагола айтео. Дательный падеж, множественное число. Форму очень легко перепутать с третьим лицом множественным числом. Ну, просто личного глагола, изъявительного наклонения. Видите, окончание усин как-то похоже, кажется, типичное. Эйтео, айтусин, но артикль вот здесь, то есть, подсказывает нам, что вряд ли дальше будет личный глагол. И понимание контекста тоже, личный глагол, что вот никак вы не впихнете. А так вот проблема как раз вот в том, что как причастие формируется «айт», и «нт» суффикс, который здесь должен быть, он съедается вот этой вот сигмой. Ну, «айтео», вот это «эпсилон», «омикрон», глагол «эпсилон», слитный слизь, дифтонку. Суффикс съелся сигму и дательный падеж, значит, за число. И такая вот форма получилась. Итак, если вы, злыми будучи,
знаете, как дары добрые давать детям вашим, насколько больше Отец, который в небе, даст Духа Святого просящим Его. А здесь, конечно, еще возникает такой толковательный вопрос, должны ли мы этот текст рассматривать как, ну, как повеление о том, что мы должны у Бога выпрашивать Духа Святого, просить, чтобы Бог дал Дух Святой. Я думаю, что нет. Ну, пара соображений. Этот текст произносится Иисусом где-то даже во время его земного служения, и люди, которые его слушают, они не в курсе учения о Троице, которое обладаем мы. Они не знают о Духе Святом, как, ну, об отдельном лице Троицы. И тогда мы можем задаться вопросом, а как они воспринимают слова Иисуса, когда он говорит, что вот Отец даст Духа Святого. С другой стороны, само выражение «Дух Святой», «даяние Духа Святого» – это вполне понятная им концепция, она встречается в Ветхом Завете и прежде всего показывает на особое присутствие Бога в жизни человека. И Давид мог говорить: «Духа твоего святого не от меня, не ми от меня», и какие-то другие тексты. А, опять же, это не обязательно, что Давид действительно знал все о Троице, но вот таким образом он описывает Божие присутствие в своей жизни. Да, теперь мы можем говорить, что вот Божие присутствие в нашей жизни – это как раз такое личностное присутствие в лице Духа Святого. Но, тем не менее, вот когда речь идет о личном присутствии, то есть, что Бог может дать? Да, вот даже злые люди могут что-то благое давать детям своим, а Бог может дать, и вот описывается такой максимальный возможный дар себя, свое личностное присутствие. А при этом, да, мы получаем Духа Святого при обращении, веру в запечатленное Духом Святым, поэтому как-то отдельно и специально его выпрашивать не нужно. Поэтому вот обратите внимание на какие-то исторические детали этого текста. Да, кстати, в те времена, конечно, люди, с которыми он говорит, Духа Святого так, как имеют христиане, не имели, но обещание личностного присутствия для них было очень важно. Десятое. «Де туто легей хумин, хоти артесетай аф хумон хэ бесиле тутеу, кай дотесетай этней пой унти тус карпус аутес». «Дотесетай» – еще раз мы сталкиваемся с будущим временем страдательного залога от глагола «дидеми» – «до корень», «тес» – суффикс и окончание. Детута, поэтому я говорю вам, что артесетай, от айва, опять же, будущее страдательного залога, тоже мы уже встречали сегодня, будет забрано от вас Царство Божие и будет дано народу, литературно приносящему плоды его. Ну, как делающему плоды мы так не скажем, плоды приносят. Вот опять же русское слово «плод» требует при себе глагола «приносить». Поэтому вот мы так скорректируем это слово. «Пой он ти» – это причастие, видите, «анте» – причастный суффикс народу. Какому определение к народу? Приносящему плоды его. Если вы внимательно смотрите на текст, то «аутес» – женский род. Почему женский род? Потому что царство женского рода. Потому что нужно приносить плоды царства. Но в русском языке царство среднего рода, и поэтому нам нужно подкорректировать местоимение и тоже его поставить в средний род. Народу, приносящему плоды его, то есть царство. А слово «этней» этнос с достаточно сложной морфологией, но вот эта вот йота, типичная для дательного падежа, помогает нам форму узнать. Дательный падеж – единственное число.
11. Хойме пистеонтес эйстон эйсун аполесан туз до погус энте мегале полей хинапостен ген пересосин кай полой апотаносин. В данном случае даже и глагола дидами, кажется, нет, но с другими словами попражняемся. Итак, пистеонтес, верую, причастие от глагола веровать, видите, суффикс «нт», не верующие в Иисуса, аполесан. Глагол аполуми, он, кстати, тоже глагол нами, изученный, правда, не в этом, а в прошлом уроке, у него корень ол. Да, там глагол со своими сложностями, у него корень ол. При этом, поэтому здесь ап приставка. Ол корень, у которой омикрон удлинилась в омегу. Это аорист, поэтому такое произошло изменение. Са, образующее времени аориста. Корень ол, здесь какая-то вариация ол-оле произошла. У него там даже два способа образования ориста существует. Это один из них. Но в данном случае вот аорист от аполуми разрушили. Две башни в великом или в большом городе, чтобы на землю упали песусин, это аорист со слагательного наклонения от глагола пипто. У этого слова корень пет, пип, вот это пип вначале появляется, потому что он где-то там исторически тоже использовал удвоение с добавлением йоты в начале корня. Ну, теперь это глагол обычного тематического спряжения, просто вот какие-то остатки остались. Вот корень пет, в аористе добавляется сигма, остается пес. Ну, после хина, конечно же, мы ожидаем сослагательное наклонение. Вот оно, длинное соединительное гласное и син. Чтобы на землю упали и многие апотаносин умерли. Аорист сослагательного наклонения от глагола апотнеска. Апо приставка, тан корень, от глагола апотнеска корень тан, эска суффикс добавляемый в настоящем времени, о долгое соединительное гласное син. Итак, неверующие в Иисуса разрушили две башни в большом городе, чтобы на землю упали и многие умерли. Ну, здесь речь идет о событиях в Америке 11 сентября. 12. Тон апостолон эйстон холон космон апилтонтон полой охлой тас кардес аутетон те Курио эдокан диетон логонтон керухтенай аутойс. Эдокан э превращение до коренька суффикс аурист от дидеми. Теперь нам надо разобраться вот с этим. Апостолон. Апостолы в множественном числе в родительном падеже. И сразу же обращу ваше внимание вот на это слово апилтонтон. Что это такое? Это причастие, в виде суффикса «нт», родительный падеж, множественное число от глагола апехомай. Ну, да, вот он с несколькими корнями, потому апехомай, апилтон. Элт, аористный корень. Причастие в родительном падеже, еще какое-то слово в родительном падеже,
И родительный падеж никак не объясняется подчиненностью и какой-то связью с чем-то еще в предложении. Это так называемый родительный самостоятельный. А конструкция, которую студенты достаточно часто забывают. Забывают почему? Потому что она обычно встречается в довольно сложных текстах. А до сложных текстов мы доходим не скоро, и поэтому вот не такая большая практика с этой конструкцией. Тем не менее, вот и у Матфея, и у Луки она такая, довольно активно используется в их повествованиях. Как она переводится? Во-первых, причастие превращается в личный глагол. Во-вторых, слово при причастии в родительном падеже превращается в подлежащее этого глагола. Ну и добавляется какое-нибудь союзное слово, чаще всего когда. Когда апостолы во весь мир, ну по всему, как во весь мир отправились, по всему миру, наверное, было лучше сказать так литературнее, многие, ну там толпы, множество народа сердца свои Господу отдали из-за слова, проповеданного им. Керухтента, тоже причастие от глагола керусо, у него корень керуг, ну, г перед придыхательной, ц переходит в х, такая достаточно распространенная ассимиляция, поэтому керух, т, аурист страдательного залога причастия, суффикс, да, слово какого проповеданного, страдательный залог, да, вот на слово направленное действие, слово проповедованного им. Итак, когда апостолы по всему миру отправились, множество народа сердца свои Господу отдали из-за слова, проповеданного им. 13. Кай лабуса тон карпу ауто эфаген, кай эдукен, кай те андри аутес, мет аутес, кай эфагон. Ну, у нас форма уже знакомая нам, аурист от дидами. И давайте по порядку. И лабуса, ну, корень лаб мы видим, это от ламбану явно. И это причастие женского рода. Причастие мужского рода мы встречаем часто. И вот этот суффикс «нт», он нам знаком, мы его быстро выучиваем. А вот причастие женского рода встречаем пореже. Поэтому, конечно, их с суффиксом посложнее. Ну, вот он перед вами. И, взяв плод его, ну, там речь идет о дереве познания добра и зла по контексту, эфаген. Она съела. Почему она? Потому что причастие женского рода. А мы понимаем, что о ей идет речь уже сейчас. И взяв плод его, или от плода его, и взяв плод его, она съела, и дала и мужу своему с ней, и они съели. Здесь было, видите, третье единственное, здесь третье множественное, они съели. 14. Кай эйпен хладам, хэгуна хэн эдукасмет эму, хауте мой эдукен апту ксулу кай эфагон. И сказал Адам: жена, которую ты дал мне, которую ты дал, ну там, со мной, вот у меня так привычный перевод прямо выскакивает, да? Да, ты дал со мной, ну, да, в данном случае, да, вот мне, наверное, это будет какой-то такой литературный вариант, ты дал, чтобы была со мной, может быть, вот так вот, а можно как-то это перефразировать. Это
Здесь указательное местоимение, но ближнее указательное местоимение иногда свое указательное значение ослабляет и фактически становится аналогом личного местоимения, поэтому можно перевести как и она. Она мне дала от дерева, и я съел. Ну, в данном случае окончание «он» – это первое, единственное, третье множественное, первое, единственное окончание формы совпадают вторичные, но по контексту вполне различимо. 15. Топон эдекен хо деспотес тоис булуменоис эпистрафенай эп аутон. Тоже с привычной же формы. Место дал господин желающим обратиться, ну, там, на него, к нему. Обратиться при обращении, наверное, самый подходящий прием. Обратиться к нему. Ну, так вот. Вам тут почти все слова в сносках даны, поэтому легко переводить. 16. Кай эдокан клерой аутоис, кай эписен хо клероис эпимафиан. Как это по-русски, матфиан, византийский мафиан, а в синодальном переводе матфи. Хорошо. И, ну, если как-то так формалистски переводить, и они дали жребий им, ну, дали жребий им, это подразумевается, бросили жребий, и этот глагол пипто, мы с вами уже обсуждали этот глагол, пипто, но корень пет, и в аористе пес, ну, сигма добавилась, съела, и упал жребий, про жребий лучше сказать, выпал жребий на Маттиана, на Матфия. Итак, наверное, совсем литературно, чтобы вот со словом жребий сочеталось, и они бросили о них жребий, и выпал жребий на Матфе. 17. Элогесаде аутен кайдососой экс аутес текном кай элогесо аутон кай эстай эйс этне кай басилейс этнон экс ауту эсонтай. В данном случае. Ну, досо мы уже обсуждали. Будущее время от глагола дидоми. До корень и сигма. Я благословлю. Я же благословлю ее. И дам тебе от нее дитя. И благословлю его. И... Здесь, конечно, такой дословный перевод дает очень корявый вариант. И он будет в народы. Ну, кстати, пару слов о форме. Этна – это форма множественного числа винительного падежа от слова «этнос». Вот довольно трудно, увидев эту форму, догадаться, что это форма множественного числа. Как-то не ассоциируется у нас со множественным числом. Но когда мы изучали это слово, вот лексический минимум рассматривали, я говорил о слове «генос», слово «этнос». Обратите внимание на то, как именно оно склоняется. У него очень необычные формы. Ну и как-то стоит отметить для себя, чтобы... вот самые необычные из них, чтобы их узнавать. Так что это вот в народы. Что значит «будет в народы»? Ну,
по контексту, по ситуации подразумевается, и от него будут народы, от него произойдут народы, и цари народов, ну, здесь фо множественное число родительного падежа, как, конечно, легко узнать, от него, ну, там, будут. Итак, я же благословлю ее, и дам тебе от нее дитя, и благословлю его, и будут, ну, народы и цари народов от него произойдут. И будут, ну, как от него народы, и цари народов от него произойдут. Как-то вот так. 18. Хомен гар ди ту пневматос дидотай логос софиас, алоде логос гносиос катато ауто пневма. А хомен и потом ало де это, ну, как одни, другие. В данном случае дательный падеж одним, другим. Ибо одним. А, да, кстати, ну, дидота это страдательный залог от глагола дидами в настоящее время. А ди при страдательном залоге обычно обозначает действующее лицо или посредника. Ибо одним духом дается слово мудрости, другим слово знания, ну, по тому же самому духу. Ну, или тем же духом, а если так как-то более сгладить перевод, то ауто, напоминаю, тот же самый. Аутос, когда употребляется с артиклем, имеет значение тот же самый. Пожалуйста, вот о таком значении не забывайте. Так что, ибо одному духом дается слово мудрости, другому же слово знание тем же духом. 19. Эйпен аутохотеос. Анаблепсас тоис офтальмойсу иде апоту топо хонунсу эй прос анаталас кай таласан хоти пасан тенген хэнсо хорас сой досо аутен кай те сперматисо хеус айонос. Сказал ему Бог, подняв, ну, взглянув глазами своими, здесь в предложении нет какого-то главного глагола. Здесь просто, вот видите, взглянув, и все это причастие от анаблепо, вот видите, пс, тут сигма явно была, поэтому анаблепсас – это вот от анаблеп, аористное причастие от анаблепа. И в данном случае причастие, ну, фактически какую-то такую вот глагольную роль выполняет, по контексту подразумевается «взгляни». А «взгляни там глазами твоими, вот от места, где ныне ты есть, к востоку и морю, потому что всю землю, которую ты видишь, тебе я дам ее и семени твоему вовек». У вас это глагол харау, альфа слитный глагол, потому что, видите, я это подписалось. И последнее. Тон кюрион Иисун Христон, хуто хайма хупер хамон эдоте, энтропомен. Эдотен, мы уже встречали, но напомню, корень до, превращение, те, аориста страдательного залога суффикс, это вот аориста страдательного залога от дидами.
Господа Иисуса Христа, которого кровь за нас дана, энтропомен – это сослагательное наклонение от энтрепо, почитать, и это сослагательное наклонение первого лица множественного числа. Такая форма имеет специальное значение. Это призыв, давайте что-то сделаем. Давайте почтим. Ну, кстати, энтрепо глагола, тут альфа, видите, корень поменялся, это аорист. Так что давайте почтим. Хорошо. Вот мы с вами посмотрели очередной урок. Много было глаголов, форм глагола дидами, но, как видите, они повторяются, и с каждым повторением становятся все более привычными. И если вначале нам, может быть, как-то больше усилия требовались для распознавания этих форм, то чем дальше, тем привычнее они становились, и даже уже в рамках этого домашнего задания, я думаю, некий навык распознавания у вас появился. Но с дальнейшей работой с текстами навык станет еще лучше. Так что если с глаголами на ми, как и со всем остальным, вы справитесь. Благословений!